Здравствуйте, наши дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Если вы не хотите, чтобы ребенок Сехер умерла, и вы также хотите, чтобы Яман и Сехер хорошо провели ночь, давайте нажмем кнопку «Нравится» и посмотрим наш номер. Умрет ли ребенок Сехер? Какая великая опасность поджидает Ямана и Сехер? Парализован ли Джанан? Каким будет следующее зло Зухаль? Здесь я отвечу на все ваши вопросы, друзья. В новом эпизоде сериала «Доверенная» Яман продолжает оказывать давление на Сехер. У Ямана больше нет терпения по отношению к Сехер. Потому что теперь Яман хочет, чтобы у Сехер был ребенок. Но Сехер пока не хочет, чтобы у Ямана был ребенок. В следующих эпизодах Яман говорит с Сехер о ее желании снова завести ребенка. Сехер думает, что в конце концов у нее должен быть ребенок. Вот почему Сехер и Яман хотят ребенка. В следующем эпизоде Яман и Сехер снова вместе. В результате Сехер беременеет. Сехер сначала не понимает, что беременна. Симптомы беременности наблюдаются у Сехер. Сехер также подозревает, что она может быть беременна. Сехер начинает выяснять, беременна ли она. Именно поэтому пока никто не знает, что Сехер беременна. Тем временем Сехер видит, что она беременна в результате теста на беременность. Сехер очень рада рождению ребенка. Сехер немедленно идет к Яману. Сехер сообщает Яману, что беременна. Яман наконец узнает, что Сехер беременна. Яман очень счастлив, когда узнает, что у них будет ребенок. Это создает атмосферу счастья во всей семье. Но Зухаль никогда не рад этим новостям. Зухал злится, потому что не может навредить Сехер. Но в это время некоторые новости о Джанан доходят до Ямана. Скорее всего, Джанан был парализован. Потому что у Джанан случился инсульт, когда он узнал, что Эсмерим ей изменила. Моя брюнетка тоже сбила Джанан с ног в предыдущем эпизоде. Джанан также ударился головой о землю. В результате из носа Джанан потекла кровь. Падение Джанан на землю вызвало паралич Джанан, потому что Джанан ранее был парализован. Тогда Джанан был полностью парализован. Поскольку роль Джанан в нашем сериале не закончена, его смерти ожидать не приходится. Если Джанан мертв, Яман и Сехер вздохнут с облегчением. Яман сообщает Сехер, что у Джанан случился инсульт. Сехер забирает Джанан обратно в особняк. Джанан становится лучше позже. Когда Джанан выздоравливает, он объединяет усилия с Зухаль. В результате жизнь Сехер в опасности. Потому что Джанран и Зухаль наконец убивают Сехер. Сехер тоже умирает и покидает наш сериал. Или Сехер не умрет. Если Сехер не умрет, ребенок Сехер умрет. Джанан и Зухаль первыми убивают ребенка Сехер. Сехер и Яман грустят, потому что их ребенок мертв. Но если Сехер и ее ребенок не умрут, они будут очень счастливы с Яманом. Но вы хотите, чтобы ребенок Сехер жил? Я буду ждать ваших комментариев ниже. Посмотрим, что вы думаете об этом. Берегите себя и увидимся снова. До свидания.